Ну вот действительно, многое хотелось бы сейчас сказать, но, как говорят, ну нет слов. Вот сегодня за окном хорошая, прекрасная, солнечная, весенняя погода. Но даже не верится происходящее. Это ужас. Вот сейчас только прочитал сообщение о том, что Министерство обороны, странно, кстати, звучит, России подтвердило информацию о том, что они наносят удары по военным объектам Украины. Ну, подчеркивает, гражданскому населению бояться нечего. Хотя появилась уже информация о том, что в Харькове эта ракета угодила в пятиэтажный дом. Вот разбомблен центр управления аэродромом в Нежине. Сейчас тоже читаю, 6 человек находится под завалами, в том числе там вот сообщают, что есть и гражданские. Вряд ли эти люди выжили, потому что серьезные разрушения. И так вот по всей Украине. И эти твари, эти кремлевские твари, смеют утверждать, что это некая военная операция. Так вы тогда и Великую Отечественную войну назовите специальной операцией Гитлера против Сталина. И, конечно, сейчас многие россияне все валят на Путина, но я здесь не совсем соглашаюсь. Да, Путин, конечно, виноват, безумный совершенно человек, безумный. Но виноваты, вот сейчас на камеру, кстати, скажу, не только на камеру, но виноваты и вы, которые позволяете этому человеку 20 лет диктовать свою волю, которые позволяют 20 лет полоскать вам мозги. И даже сейчас вот читаю последний опрос BBC, свидетельствует о том, что 50% россиян поддерживают политику Путина, в том числе вот решение так называемого украинского вопроса военным путем. Поэтому виноваты вы, именно вы.